Двор у вас, смотрите, я вот сейчас сопровождающим сказал, очень чистые дома такие качественные здесь. 800 метров двор, да, протяжении. Просторный. Просто. Да. Мы очень рады вас приветствовать в нашем Степногорске, прекрасном городе. На следующий год, кстати, 60 лет городу Степногорску. Будем отмечать обязательно. Да. И степногорцы помнят ваш приезд в 2020 году. Да. Вы премьер-министром приезжали. В 2000-м. В 2000-м, да. Мы с вами вертолетом прилетели. Да, да, и да. Тогда вы очень городу помогли. Город ожил теперь. Вот. Хорошо работает предприятие, поэтому большое вам спасибо. Так. Вот такие дворы, вот люди очень довольны. Но одна проблема по теплообеспечению. По обеспечению теплосети вот эти на 82% из нас. Да, я вот только что был на Степногорской ТЭЦ. Самое неблагоприятное впечатление, такое впечатление создалось, что у людей, которые работают на этом предприятии, владеют, самое главное, этим предприятием, некая безысходность. Но ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, она очень важная, я принял решение вникнуть в вопросы, потому что я не сторонник того, что ты пришел, наобещал, это было бы очень легковесно. Надо. Я там прям дал поручение, чтобы правительство совместно с акиматом, владельцами этого предприятия, сели и выработали алгоритм действий и принятия решений. Вот. Очистные сети здесь на 90% практически, канализационно очистные. Теплосети 80%. Я вот мне продемонстрировали трубы, так сказать, ну, фрагменты труб. Да. Как говорится, без слез не взглянешь. Поэтому ответственность лежит на всех. И этот вопрос я, естественно, беру на контроль, поскольку скоро я посетил это предприятие. И, пожалуйста, передайте жителям Степногорска, что я очень внимательно буду следить за развитием этого города. Город очень хороший. И я не говорю не для красного словца, из-за того, что мы встретились здесь. А город мне нравится.